Всем привет! Сейчас раннее утро 5-го дня конференции, а мы уже идем на рекорд. Сегодня в Анталии ожидается максимальная концентрация деловых костюмов. Это странно для курортного города, но не странно для компании Oriflame. 850 человек уже в предвкушении самой ожидаемой и самой насыщенной бизнес-встречи. Витас, о чем шла речь сегодня на конференции? Речь шла, как всегда, о новых инициативах компании, которые нас уже ожидают буквально в первом полугодии, о новых запусках нашей замечательной продукции и о потрясающих конференциях, которые произойдут уже в течение следующего года. Очень много сегодня на конференции затрагивали тему о стиле жизни. И этот стиль мне очень нравится. Конференция супер, как всегда, и самое большое счастье приезжать сюда с командой, привести людей, которые первый раз попали за границу. Супер. А что понравилось больше всего сегодня? Перспективы, как всегда. Всегда компания готовит новости, которые очень радуют. Больше всего меня вдохновляют молодые люди, которые у нас в стране в кризис 20 лет зарабатывают больше, чем их родители. Я еще раз убедился, что компания у нас очень крутая, очень мощная. Те люди, которые были сегодня на сцене, которые делают два и больше званий за год, это абсолютно достижимо, это реально. Нужно просто очень сильно захотеть, а инструменты у нас есть. Очень довольна самой конференцией, безумно приятно находиться на сцене и чувствовать себя в нужных руках и в нужном месте вместе с компанией Oriflame. Я думаю, вы согласитесь, что сейчас очень важно быстро и доступно рассказать о себе, о своих идеях, о бизнесе, которым вы занимаетесь. Есть даже специальное выражение «elevator speech» — это презентация, которая по времени равна поездке в лифте. Новая концепция Oriflame позволяет очень быстро и доступно рассказать о компании. А давайте попросим нашего Асма рассказать об Oriflame согласно новой концепции. Гуар, привет! Представь, что ты меня не знаешь, мы подъезжаем к морю, у тебя есть секунд 30, чтобы рассказать о Oriflame. Сделай это, пожалуйста. Хорошо. Компания Oriflame – это шведская бьюти-компания, которая является экспертом в области внутренней и внешней красоты. Мы предлагаем нечто большее, чем просто продукт. Мы предлагаем стиль жизни, который максимально раскрывает твою внутреннюю и внешнюю красоту. Добиваемся мы это посредством категорий по уходу за кожей лица на weight и линейки для здорового образа жизни wellness. Также у нас есть отличные бизнес-возможности и общение в целевых сообществах. Спасибо тебе огромное! Ну что, дорогие друзья, сегодня мы узнали о новой стратегии Oriflame «Абсолютная красота». Лидеры компании Oriflame, участники золотой конференции, уже получили необходимые инструменты для работы с новой стратегией. Ведь золотая конференция – это не только драйв и развлечения, это интересный опыт и истории успешных лидеров.